хочу высказать слова благодарности за вот ту работу, которую сегодня проводит Альфа-банк, отделение в Оренбурге, с предприятиями малого и среднего бизнеса и с крупными предприятиями, такими как Гайский, Медногорский медно-серный комбинат, Уральская сталь, еще можно перечислить. Атмосфера и условия, в которых работают сотрудники, это играет всегда решающую роль. Если у них из окна не вид, извиняюсь, на забор бетонный, а хороший вид на центральную чистую улицу, то и работать им будет, безусловно, лучше. Когда идет разговор, как чувствует себя Альфа-банк в регионе, да, то вот этот переезд в новое здание с увеличенными площадями – это наш ответ всем скептикам в отношении Альфа-банка. Горжусь тем, что мы входим в тройку крупнейших банков в этом регионе, которые за прошедшие годы провели огромное количество ярких, красивых сделок. Это наш рынок, на котором мы активно будем вести дальше свою деятельность.